А ты можешь сделать чуть больше шрифт? Да, Очень мелкий. сейчас. Сейчас, одну секунду. Значит, вернем на место все. И это что, это мы закроем. Это тоже закроем. Поехали в Presentation Mode. Не то. Вот так. О, так должно быть видно. Да, отлично. Окей. Так, значит, зовут меня Сергей. Я обещал вам рассказать про GraphQL. И, к сожалению, я очень много не расскажу. Где-то процентов 20-30 из того, что планировал. Но в любом случае, значит, что хочу рассказать. У меня такой самой презентации нету большой. Есть код. И я хочу ну, с точки зрения программиста, показать, как устроен GraphQL, может быть, это будет полезно. То есть именно самое нутро. Собственно, цель – показать, как начать. Я потом дам хорошие полезные ссылки на материалы, которые, собственно, по GraphQL намного глубже. Вот. Но их, как бы, я рассказать не успею и не смогу. Окей, значит, чего здесь я пытаюсь сделать? Значит, GraphQL вообще… Не видно. Меня не видно, но я буду чуть-чуть порассказываю. Значит, вообще GraphQL задумывался как способ решения проблем API. Вы, наверное, все знаете. То есть стандартно у нас есть довольно типичный архитектурный подход REST. Вот здесь я его для начала и реализую. То есть есть небольшая модель данных у меня. В данном случае взята какая-то банковская предметная область, то есть есть учетная запись пользователя, собственно, кастомер, довольно, то есть PII – это персонализированная информация, какие-то учетные записи, подвязанные под этого, собственно, человека. Учетные записи там себя включают ID-шку учетной записи, то есть типа как счет. Несколько карты включают в себя PIN, имя и тоже ID-шку, ну такая, то есть обычная типичная модель. То есть как мы можем предоставить пользователям возможность получать доступ к ней, да, если где-то эти данные сохранены в базе. Очень часто мы делаем это через REST. Вот, с этого я сейчас и начинаю. То есть, как сказать, человек минималистических взглядов, я предпочитаю начинать с минимального набора. То есть вот здесь взят был Drop Wizard, то есть как платформа для запуска приложения. И уже GraphQL. Окей. Это я сразу поспешил взять. Вот. Собственно, в Drop Wizard, как вы знаете, входит Jersey. Jersey достаточно неплохо интегрируется точнее, реализует JV-шные подходы относительно REST-а. Вот, поэтому просто берем, аннотируем, значит, этот ресурс, который будет предоставлять доступ в данном случае к GraphQL. Просто как Java аннотация, собственно, REST-овая, обычная JV-шная. Вот, вообще, что-то мне кажется, не обновился. Вот, сейчас, одну секунду, потому что должно быть не так. Один момент. Прошу прощения. Ну окей, пусть будет так. Значит, вернемся в читабельный режим. Окей, значит, не получится показать чисто ростовой. Ну хорошо, неважно. Значит, что здесь на экране? Это обычный пост-запрос, который, собственно, возвращает execution result, ну, не ходя вокруг да около. Вот. Execution result – это как бы нетипично для обычного REST-а, потому что обычно мы возвращаем, в данном случае, JSON, то есть все, что сюда вернется. То есть если бы это был, допустим, customer. Давайте сделаем, наверное, такой метод для быстренького прогона.
стоп. Так, вот это моя моделька. Но я сюда не буду импортировать, ну, в смысле, инжектировать этот сервис, который, по идее, у меня, по-моему, есть сервис, который умеет он здесь в модельке. Умеет получать. Странно, сервиса нет. Ну что ж такое? Значит, надо чуть выше вернуться. Кто-то забрал сервис. Ну ладно, давайте. Просто непонятно, что тогда вернет пост. Очень странно. Так, дайте мне посмотреть, может я вам... Нет, все правильно. Все пошло не так. Где мой сервис? А вот Джон. Окей. Сори. Так, возвращаемся туда же. Ресурс, отлично. Значит, что я пытаюсь тут сделать? У меня будет какой-то обычный метод, который возвращает кастомер. Совершенно любого. Кастомер сервис создадим. Добудем какого-то кастомера по ID. Окей. Ну, это как бы очевидно, да? Давайте бегом запустим, посмотрим, что за... Что же у нас будет? Ну да. Yes, please. То есть мы видим вывод DropWizard поднялся на самом деле. DropWizard-овский ресурс. Вот мы здесь его видим. Есть два метода, которые поддерживаются. Get и post. Get сейчас бегом покажу. По-моему, мы подняты там на localhost 8090. Просто делаем get. О боже. Ага, да, вот из-за чего я это не делал сейчас. У меня есть одна проблема с тем, что вот этот вот пин, он очень плохо десериализируется. Почему его нет, ну пусть будет. Давайте просто пока уберем пин, может пин не понадобится. Да, на самом деле там до пина не дошло дело. Давайте бегом перезапустим, посмотрим. Поехали. Вуаля. Вот, то есть это самое стандартное, что именно есть представление какой-то сущности, в данном случае кастомера, которую мы здесь видим. То есть со всеми вложенными полями в обычном REST-е. Вот, чем неудобен этот подход? Тем, что, собственно, здесь, в нашем endpoint, нет возможности указать, что мы хотим назад получить от сервера. То есть, если мы хотим какую-то только часть получить, допустим, вот для этого конкретного человека, мы хотим получить только информацию о картах, которые ему доступны. Да? Вот это.
процент важной для нас информации где-то, ну, я не знаю, 20-30 от всего, что пришло нам в ответе, да? Поэтому это не очень здорово. Будем искать спасение в GraphQL. Вот, значит, отменяем сделанные изменения по-быстренькому. Ну, зачем я их отменяю? Потому что мы сейчас удалим get и посмотрим в сторону GraphQL. Как бы можно вернуть это GraphQL? И вообще, что нужно для того, чтобы заработал GraphQL? А, да, вот на секунду буквально верну. То есть здесь мы возвращали чисто кастомер, и всю вот эту кухню внутреннюю производил для нас JS. Он автоматически его конвертировал в JSON, так как у нас есть аннотация переводить все результаты в JSON. Вот. А здесь в методе для GraphQL мы будем использовать execution result. Если посмотреть на, собственно, принадлежности, то execution result это com.graphql java. Вот. Собственно, это имплементация GraphQL под Java. Ну, как она работает? Значит, для того, чтобы организовать работу в GraphQL, нам нужно собрать воедино две вещи. Это запросы, точнее, возможность обрабатывать запросы, и чуть главнее перед этим, это схема, которая эти запросы, собственно, обслуживает. Схема – это ключевая часть GraphQL, и с нее, собственно, все начинается. Значит, схема обязательно должна быть согласована с вашей моделью данных. То есть, например, для того, чтобы объявить схему, нужно задать какую-то точку входа в граф. То есть вот наши данные, они связаны между собой правильно, поэтому они как бы образовывают какой-то граф. Связи между ними есть. Это уберем. Собственно, здесь мы описываем примерно все то же самое, что у нас описано в классах. То есть, допустим, мы начнем вход в граф с уровня аккаунт. Будем предполагать, что у нас какой-то пользователь уже в системе есть. Вот, и мы будем получать для него какую-то информацию. Значит, мы описываем, что в нашей схеме будет обрабатываться запрос, это имя переменной. Дальше описываем, какого типа будет, собственно, этот запрос. Ну, это такие внутренние термины GraphQL. Вот, дальше описываем, что, собственно, подразумеваем под аккаунт query. Под аккаунт query мы хотели бы видеть какой-то конкретный запрос к аккаунту. После двоеточия указываем опять же тип, но в данном случае, если в схеме мы можем опустить query, да, то к нам придет пустой запрос, мы на него можем вполне ничего не ответить, и это будет, ну, нормальный ответ. Вот, если же мы уже сформировали аккаунт query, то мы считаем, что запросить аккаунт это обязательно. Поэтому пишем здесь восклицательный значок. Это означает, собственно, что этот параметр в этом типе обязательно. Вот, что вот это посерединочке? Это возможность выбрать какой-то один аккаунт, в данном случае по ID-шке. То есть сейчас покажу, какой запрос можно построить. Вот, значит, дальше мы хотим знать, то, собственно, аккаунт это что? Аккаунт у нас это, собственно, ID-шка, которая вот там выше была в пропертях. Давайте это сегодня больше не надо. Вот, она же здесь использует тот же string, причем обязательный. Мы сейчас без указания query не отработает, можно будет попробовать. Вот, ну и все остальное. То есть далее мы описываем все, собственно, все, что у нас было в классе. А теперь, собственно, как-то вот этот файл, кстати, форматируется в своем формате GraphQL, но он не является ни JSON, нету запятых, видите, ничем-то еще, то есть это просто сам по себе файл, он в моей идее конкретно не поддерживается. Вот, значит, что нужно? Есть специальные классы от GraphQL, которые позволяют, pardon, не туда, позволяют эту схему спарсить. Вот, собственно, процесс немного муторный, и наша задача вообще в конце концов, вот если помните, вот нужно тому методу, который у нас put. Вот, ему нужен GraphQL. И вот GraphQL уже может там принять на вход запрос и там как-то его обработать.
Вот. Поэтому нам нужно первым делом подготовить GraphQL. GraphQL – это основной движок, который выполняет запросы, приходящие в ваше приложение. И вообще, кстати, нужно отметить, что GraphQL – это, в частности, тот механизм, который обрабатывает эти query, которые вы присылаете запросы. То есть это неотъемлемая его часть. Когда вы интегрируете его себе в приложение, вы, собственно, интегрируете эту часть. Вот. И как раз здесь мы ее хотим использовать на полную силу. Окей. Значит, вернемся, собственно, к инициализации. Но здесь у меня он придается в конструкторе этого ресурса, поэтому никакой магии особой нету. Вот, то есть мой сервис, перед тем, как зарегистрировать в JRC вот этот ресурс, он, вот, собственно, этот метод вызывает. Вот. Значит, давайте бегом пробежимся. То есть у нас есть вот эта схема, мы ее указываем просто как файлик. Потом передали файлик. Дальше этот файлик уходит на вход парсера. Вот, схема парсер, он возвращает такую ужасную какую-то непонятную штуку, type definition registry, которую нужно... То есть это, по сути, наша схема. Она, если она спарсилась, значит, ее можно передавать дальше в GraphQL. Теперь, то есть, как я говорил, с одной стороны обязательно схема, с другой стороны query resolver, то есть, который умеет выполнять запросы, собственно, для этой схемы. Вот, то есть на вот этой строке, на 36-й, у нас схема уже готова. Дальше осталось соорудить query resolver. Query resolver как раз пишется примерно в таком ключе. То есть здесь мы описываем, для какой query мы хотим написать обработчик. Если помните, там у нас было первым входом, как раз называлось, я назвал это тип account query. Вот, вот это как раз оно. Теперь для этого типа мы хотим научиться доставать данные. Это называется data fetcher. Вот. Дальше мы говорим, с какими полями будем работать. Опять же, смотрим схемы. Вот чем неудобен GraphQL на текущий момент, мы там чуть дальше сделаем лучше, тем, что нужно постоянно смотреть схему. Давайте, кстати, сделаем split window. А, неужели нельзя в presentation mode сделать сплит? Ладно, не будем делать сплит. Вот. Ну, в общем, значит, будем обрабатывать вот это поле. Да? Это как бы одно из главных, что нам передается в рамках этого запроса. Обрабатываем. То есть, понятно, что для этого запроса мы будем уметь обрабатывать это поле. Откуда же будут данные? Данные передаются в environment. То есть то, что вот там у нас в скобочках, это в данном коде называется environment. Из environment мы можем получить какие-то аргументы. Там мы говорили, что мы хотим ID. И все. То есть все у нас есть на руках. Есть ID-шка, есть, собственно, код, который ожидает от нас какого-то результата. И мы готовы действовать. То есть здесь мы берем, вызываем сервис, передаем ему ID-шечку, говорим, найди нам, пожалуйста, по ID-шке аккаунт, ну и чуть дальше вот здесь мы, собственно, возвращаем аккаунт. Ну, здесь я просто первый попавшийся возвращаю. Вот. Соответственно, при поступлении такого запроса аккаунт query с параметром аккаунт и с аргументом ID выполнится этот код. Но что это значит? Это значит, что вот этот runtime wiring, вот видите, кстати, здесь соединяются вместе вот этот runtime wiring, то есть вот эта часть, которая обрабатывает схему, и time definition registry, собственно, сама схема. После этого у нас появляется GraphQL схема, и именно на основании ее мы создаем новую сущность вот этого большого процессора GraphQL, который потом обрабатывает запрос. Вот здесь. Окей. После этих всех операций у нас вот здесь готовый к использованию механизм GraphQL, и мы ему передаем запрос. Ну, давайте теперь попробуем что-то ему передать. Кстати, еще нюанс, то что запросы нужно отправлять постом, потому что мы все-таки работаем в рамках, пока не нарушаем никаких принципов REST-а, то есть если запрос данные отправляет,
Причем какие-то рандомные мы сможем ID-шку там 1, 2, 3, 4, 5, ну, в смысле, это не статические данные, и они могут иметь какой-то эффект на, собственно, на ваши данные, влияние. Вот, нужно отправлять постом. Окей. Значит, теперь из браузера я это отправить не смогу, нужно использовать какую-то стороннюю тулзу. Она еще не очень зумится. А нет, в принципе, зумится. Хорошо. Вот, значит, в каком виде передается запрос GraphQL? То есть мы все так же коннектимся на localhost 80, надо, кажется, что нужно все-таки 90 писать. Вот, формат отправки запроса мы особо не ограничены в нем, но чуть позже мы перейдем на тулзы, которые, собственно, навязывают его. То есть здесь мы говорим, что передаем JSON, во-первых, и одним из полей его является query, а дальше идет вот этот вот прямо стрингой, этот формат, который, собственно, GraphQL-овский. Он не является JSON в JSON, это просто формат примерно такой же, как в схеме. Вот. Ну, здесь мы просто достаем эту query и чуть позже просим эту query у этого GraphQL выполнить. Вот, значит, что мы здесь пишем? Очень похоже на схему. Давайте я ее там на заднем фоне открою. Не то. Вот, то есть мы говорим, ну, тип можно опустить, когда пишем query, вход, точку входа в схему. Можно опускать тип, то есть мы просто пишем query, двоеточие, и что хотим. То есть аккаунт, дальше следуем, ID, потом стрингом. Нужно передать ID, то есть мы делаем escaping каждых кавычек. Потом дальше мы хотим, давайте попробуем выполнить в таком простом виде. Вот, значит, что возвращается назад? Он говорит validation error, subsection required. То есть в данном случае у нас, если посмотреть на схему аккаунта, вот, у нас оба поля обязательные. Соответственно, когда мы ковыряем наш сервис, мы обязательно должны эти поля вывести. Вот. Как это делается? То есть мы далее указываем. Ну, соответственно, в чем неудобно вот это все делать в таком виде, как мы сейчас делаем, в том, что нет никакого ни форматирования, никаких вспомогательных инструментов. Все очень неудобно. Чуть позже мы как раз будем бороться с этим. Значит, у аккаунта есть что? У аккаунта есть карты и ID. Поэтому мы хотим ID, карт. И у каждой карты, допустим, ну хотя бы name. Давайте попробуем посмотреть. Ну, конечно, теперь ему не нравится. Слишком отформатировано. Поехали. Ага. Что-то пошло не так. Да, не нужна запятая. А ну-ка, подождите. А у карты что? У карты ID обязательно. Мы не можем получить. А если все вернуть назад? Все назад. А, cards. Точно. Пардон. Поле не то. Окей. Наконец-то отработало. Значит, смотрите, какой результат. Он... То есть, говоря, наша все-таки прошла. Мы указали, что мы хотим для второго аккаунта вернуть для каждой карты ID и имя. Вот, вернулась в таком формате, более-менее в адекватном. То есть здесь уже возвращается полноценный JSON. Но он вложен в поле дата, потому что еще есть два поля в каждом ответе. Вот GraphQL машины. Это errors и extensions. В частности, почему? Потому что, когда в предыдущие разы вот я тормозил с названием полей, да, если вы посмотрите на код, HTTP код 200, то есть
С точки зрения обычного пользователя REST-сервиса все прошло отлично, никаких проблем нет, все выполнилось, как должно быть. Вот. Но с точки зрения GraphQL, конечно, все не так. То есть вам вот насыпалось в поле error целая куча объяснений. Вот, в частности, он говорит, что нету поля карт в аккаунте, он мне пытался помочь. Вот. А если все сделать нормально, то с точки зрения REST все выглядит то же самое, но данные все-таки пришли. А, окей. Значит, в чем... Ну, даже не так. Пункт первый и, наверное, главный. Теперь и вот здесь у нас есть вполне себе рабочий GraphQL код. Вот. И в принципе, уже он готов к интегрированию в другие приложения. Но работать с ним и разрабатывать такое приложение очень неудобно, потому что вот так вот писать в таком вот формате, во-первых, без, ну, я не знаю, это практически нереально. Значит, для облегчения жизни девелоперов есть проект, называется GraphQL. Он является сопутствующим проектом GraphQL в принципе. GraphQL это не только Java-специфичная библиотека, он используется во многих языках. Вот, и GraphQL, она тоже, собственно, с каждым языком, за каждым языком следует, за каждой реализацией. Вот. И многие, кто работал с GraphQL где-то, будут ожидать, что GraphQL есть и на нашей платформе. И он есть. Значит, что нужно сделать для того, чтобы у нас появился GraphQL? Я вам покажу, я надеюсь, что вы зацените, потому что это в миллион раз лучше, чем то, что было на экране. Так, выходим. Значит, для начала нужно отказаться от моей идеи использования DropWizard и Jersey ресурсов. Почему? Потому что GraphQL, референсная имплементация, которая нам доступна, она заточена под Spring Boot. Поэтому мы сейчас бегом с вами, хоп, и все поменяем на Spring Boot. Но я этого руками делать не буду, потому что я сейчас много ошибаюсь. Просто возьмем и переедем на Spring Boot. Оп. Значит, что поменялось? Сейчас я верну код в читабельный вид. Простите. Вот. Поменялась, собственно, основная зависимость. Теперь у нас используется Spring Boot Starter Jersey. Наш проект стал наследником не так быстро. Значит, parent, в свою очередь, стал наследником. Это я перешел между помками. Стал наследником Spring Boot Starter Parent. Ну и как бы и все. После этого ваше приложение уже там начинает грузить мегабайты информации, когда собирается. Окей, значит, что произошло? Давайте запустим. Как же быстро запускать? Run, debug, поехали. Вот. По-хорошему пока ничего не произошло. То есть поменялся движок, но функционально все должно остаться так же самое. Давайте это проверим. Ну, хотя бы, что запросы до сих пор выполняются. Единственный порт поменялся. Вот, потому что у меня Jersey был на 8090, то есть этот Spring Boot на 8080. Как видите, запрос прошел. Ну, давайте для чистоты эксперимента поменяем айтишечку. Вот, отлично. И в консоли у нас ничего не пишется. Ну, ладно. Так, значит, теперь после этого наше приложение готово к тому, чтобы подключить к нему GraphQL. GraphQL — это обычная dependency, она автоматически распознает наличие схемы. То есть, если у вас где-то в вашем Spring контексте, во-первых, да, рекомендуется использовать Spring для связывания всего. Вот здесь я, собственно, перешел на использование Spring конфигурации. Вот здесь объявлено несколько бинов. Вот. И одно из главных требований для того, чтобы этот GraphQL заработал, это присутствие в спринговом контексте GraphQL, собственно, вот этого движка и схемы. Вот. Добавляем local dependency. Опять же, не будем писать руками. Для этого есть version control. Вуаля. Верните, пожалуйста, код. Вот, значит, что добавляется? Добавилась вот эта самая примечательная dependency Chrome
GraphQL Java, то есть это от тех же, собственно, разработчиков, что и основная зависимость нашей GraphQL Java. GraphQL Spring Boot Starter, то есть это dependent, но как бы говорит о том, что она без Spring Boot жить не может. Вот. Больше ничего не менялось в этом коде. Тут можно писать по дифу. Но теперь мы вот перезапускаем вот это все дело. Делаю. О, господи. Тут у меня уже понадкрыто. Сейчас мы давайте сделаем single instance. Или не будем делать single instance. Давайте просто все убьем и запустим. Окей. Так, вот здесь, если обратить внимание, посыпалось больше всяких спрингбутовых месседжей. В частности, можно увидеть, что появился endpoint GraphQL. И на него мы пойдем. Мы пойдем уже не через Postman. Postman все закрываем. А пойдем через обычный браузер. Опять же, 8080 GraphQL. Вот. Это та UI, с которой я хотел вас познакомить. Потому что она гораздо более дружелюбная, чем простое написание пост-запросов. То есть, собственно, это консоль. Давайте, кстати, зря закрыл Postman. Давайте возьмем тот страшный запрос, который я до этого отправлял. Берем. Переходим в GraphQL. Выбираем escaping и выполняем. Прямо вот как есть. Бабах, он выполнился. Видите, то есть даже такое страшное он может сделать. Но прелесть его не в этом. Прелесть его в том, что, во-первых, когда он запускается, он сразу автоматически парсит схему. Ну, во-первых, он ее достает, парсит и показывает вам в таком вот, как сказать, navigable. То есть, когда вы можете пройтись по ней, посмотреть, что есть. Виде. То есть здесь сразу не нужно гадать, вот, допустим, да, вы начали писать здесь. Нужно ли мне писать query? Не нужно писать query, да, можно опустить слово query. То есть он подсказывает на лету, предлагая автокомплит. Потом вы написали аккаунт. Ну, кстати, вот, допустим, вот, я написал аккаунт и хочу дальше видеть его name. Мне подсказывает консоль, что для того, чтобы я мог зареквестить аккаунт из, ну, из, в данном случае, этой имплементации схемы, мне нужно обязательно указать ID-шку. Следуем указаниям. Указали ID-шку. Дальше, значит, говорит, что нет такого поля у аккаунта. Действительно, нет такого поля у аккаунта. Есть поле ID и cards. Опять он говорит, что cards тоже нужно уточнить, что мы хотим. Ну, давайте посмотрим на имена карт. Все, по-моему, готово. Вуаля. Соответственно, когда вы подключили GraphQL, работать с вашим API намного проще и намного нагляднее. То есть вы как минимум перед тем, как писать какой-то клиент для... собственно, который бы пользовался вашим API, вы можете пойти его подергать, посмотреть, а не лезть в source код. Вот. Окей. Еще о чем хотел бы рассказать, это о возможностях делать мутации. То есть то, что мы сейчас сделали, это собственно, query, то есть какие-то информационные запросы, которые возвращают информацию, не изменяя ее. Также в GraphQL предусмотрена возможность отправлять, собственно, запросы, у которых будет какой-то побочный эффект происходить. Например, в данном случае я сделал добавление карты под какую-то учетную запись. Давайте немного вперед продвинемся по истории. Ну. Это можно остановить. Да, по-моему, как раз это.
Окей, значит, мутации в частности описываются в схеме. Да? Почему у меня схема не обновилась? А, да. Значит, один момент. Забыл. Перед тем, как начать писать мутации, хотелось бы отметить, что написание схем очень трудоемкое, поэтому перед тем, как писать мутации вот так вот в ручном режиме, хочу рассказать про дополнительную, опять же, плюшечку, называется SQRP. Вот, нет, SQPR, pardon. То есть схема Publishing Request Processing. Вот. В чем его смысл? Это дополнительная зависимость для Spring Boot. Надо еще чуть вперед по истории. Одну секунду. Не то. Вот. Он позволяет избавиться от необходимости саппортить схему. То есть схема у меня здесь присутствует, но давайте посмотрим. Сейчас вернусь в читаемый режим. Простите, забыл. Значит, посмотрим, как у нас теперь выглядит сервис, собственно, с которого начинается работа приложения. Если помните, до этого я показывал, здесь была целая гора кода, которая, собственно, обслуживала там создание схемы, парсинг ее и все остальное. Плюс операторы еще там были описаны вручную. Вот это все, этого большинство можно избежать при использовании SQ. Где же ты? Да, он у меня, значит, в common подключен. Вот. SPQR. Зависимость от посторонних разработчиков, они очень гордятся и очень рекомендуют. Значит, смотрите, что она предоставляет. В частности, предоставляет возможность писать аннотации вроде GraphQL Query и GraphQL Mutation. Что она делает? То есть она автоматически в ваш Query Resolver, то есть который раньше мы писали руками таким довольно сложным кодом, вот, зарегистрировать этот метод. И этот метод будет готов обрабатывать запросы, в данном случае для поля Customers. Вот. Я тут, по-моему, чуть поменял схему, так что у меня теперь будут запрашиваться кастомеры, потому что аккаунты будут это не очень удобно. Вот, давайте проверим. Ну, в принципе, да. Давайте для начала убедимся в том, что, собственно, это работает. То есть мы убрали тот страшный биндинг ручной. Хотелось бы узнать, осталась ли рабочей вся система. То есть, опять же, все это регистрируется. Есть график QL. Давайте перезапустим график QL. Он живой. Он, правда, говорит, что аккаунты больше не могут быть корневым элементом. Потому что корневым элементом является customers. Customer нужно указать имя для того, чтобы мы могли что-то селектнуть. Ну, допустим, забыл, Билли, по-моему, у меня был в базе. Опять же, можно его информацию показать. Last name, first name. Ну и все, допустим, давайте просто посмотрим, тут что мы забили. Да, поехали. Ну, такого кастомера нет, потому что есть Билли с двумя L. Да, вот. Билли Бен. Ну, допустим, добавим в запрос аккаунта. Посмотрим на карты на него. Ну, давай все. Ну, в принципе, это не, ну, можно упрощать там на этапе имплементации, но не будем пока углубляться. Так, это работает прекрасно. Значит, то есть схема с аннотациями работает. Единственное, что нужно помнить, что мы до сих пор обеспечиваем точку входа. То есть первый запрос,
обрабатывается непосредственно сервисом. Сейчас вот моим сервисом. Где же ты используешься? Вот, то есть мы когда инициализируем GraphQL схему, мы передаем этот сервис. То есть этот сервис уже потом через него раскручивается вся эта цепочка. То есть в нем находятся эти аннотации. Аннотации, соответственно, позволяют запрашивать какие-то поля. И, соответственно, все операции выполняются. То есть, ну, вызывается тот метод этого класса. Вот если бы его не было, нужно было бы, соответственно, чуть по-другому объявлять GraphQL и указать, в каких, собственно, пэкэджах, допустим, у вас лежат классы, помеченные теми аннотациями, которые вы хотите зарегистрировать. Окей, значит, собственно, с таким подходом все очень сильно упрощается. То есть для того, чтобы написать мутацию, нам не нужно разбираться со схемой, там угадывать, как она скомпилируется, не скомпилируется. Мы просто бежим в наш сервис и используем аннотацию GraphQL Mutation, говорим, какого типа мы будем добавлять мутацию. Сейчас покажу синтаксис. Вот. Ну и объявляем всякие параметры. Ну, давайте на примере посмотрим. Откройте. Ну, в принципе, можем без проблем, используя GraphQL, все это набросать. То есть мы начинаем писать, говорим, что мы хотим написать мутацию. Он говорит, какие есть мутации. Но он не говорит, какие есть мутации. Но на самом деле можно все равно посмотреть, есть мутация от карты. Давайте как раз биллу и добавим в карту. Значит, нужно указать, собственно, имя карты, которое мы хотим. Я подозреваю, что все-таки это не имя карты, это имя человека. Немного странный выбор, но сори. Так, ладно, давайте все-таки из буфера вставлю, так будет быстрее. Вот, номер карты и аккаунт, которого мы хотим ее добавить. А Бен у нас какой номер? По-моему, второй. Давайте добавим на втором номер. Вот, это, собственно, мутация сама по себе. Выглядит вот так. Вот. Но просто выполнить мутацию, он даже нам не разрешит просто выполнить. То есть нужно какое-то поле вернуть назад. Вот. Но синтаксис у второй части мутации точно такой же, как у query. То есть вы сначала указали, что вы хотите изменить, потом в зависимости от вашей имплементации будет возвращена какая-то определенная сущность. В моем случае он возвращает аккаунт, к которому карта была добавлена. Вот. И ну, об этом GraphQL знает, он сразу подсказывает, говорит, выбери поля из аккаунта, какие ты хочешь видеть. Ой, из кастомера. Вот, собственно, я выбрал какой-то тут subset. И давайте выполним. Баба. Не сработало. Пошли посмотрим, почему. Может, не запущен сервис? Это полсекунды займет. Так, сервис проснулся. Давайте попробуем ничего не менять. Ага, о, вот если ничего не менять, то все работает. То есть первому клиенту у нас без проблем добавилась новая карта. Вот мы видим сразу здесь, то, что мы добавляли. Добавим какую-то другую карту. Вот она сразу возвращается. Ну, собственно, такой подход расширяет возможности GraphQL по оптимизации запросов. То есть теперь у нас нет необходимости делать пару запросов. Допустим, если бы мы рисовали какое-то банковское приложение и хотели добавить карту, то можно было бы одним запросом сразу отправить это и при ответе от сервера сразу отрисовать вьюшку клиенту, то есть ускорить время работы. Вот. Ну, это, наверное, самые основы GraphQL.
Дальше там у него есть много совершенно прекрасных развитий и возможностей, но об этом я советую вам почитать и послушать в других докладах и материалах. Вот, я обязательно вам это все скину и горячо рекомендую к использованию. На самом деле у GraphQL очень много проблем. Ну, как, во всяком случае, о них нужно знать. Я сейчас по ним проходиться не буду. В общем, это не панацея. Если вдруг кто-то смог проследить и не уснуть, и у вас есть вопросы. А чтобы просто карточку доставать, тут нужно будет указать ее в этом в датафетчере, да, ну то есть как корневую, ну то есть без, я имею в виду, аккаунта, не в контексте аккаунта, а просто саму по себе карточку. Да, я понял, да. Нужно будет сделать data fetcher. Ну, в нашем случае, когда мы используем SQBR, сейчас, секунду, будет достаточно создать новый метод, вот, допустим, такой, сделать GraphQL query. Ну и, собственно, здесь описать метод, который будет возвращать карту. Там, я не знаю, допустим, by ID. Вот, и мы будем принимать на вход. Вот здесь, кстати, можно. Ну, да, я немножко не пояснил. То есть, если помните, мутацию мы так быстренько пробежали, то есть можно здесь указывать, какие параметры, собственно, точнее, использовать параметры, которые передавались вот в том синтаксисе, вот здесь. Вот, они, собственно, тоже через аннотации объявляются, и к ним получается доступ. Как в запросах на мутацию, так и в запросах просто на чтение. Вот, то есть мы бы здесь могли добавить, опять же, этот GraphQL аргумент. Допустим, ID-шку. Ну и Ну, я понял, спасибо. А вот эта поискать. липка, она работает только поверх HTTP? Вот SQPR не скажу, а сам GraphQL нет. Он работает поверх любого транспорта. Ну, во всяком случае, он не ограничивается. Есть очень большие рекомендации по использованию его через веб-сокеты. В частности, Facebook его использует через веб-сокеты. То есть вполне. А вот чисто физически, что ты, ну, я так понимаю, сам вот этот, можешь зайти, пожалуйста, в помник? Да. Ну, мне давай в parent зайду, там в parent, наверное, получше. Сейчас. Да, просто чтобы разобраться, то есть вот это там, я смотрел, ты несколько подключал dependency, то есть одно из них, я так понимаю, это чисто спецификация, да? А плюс еще должен быть, собственно, сам Jarnik, ну, то есть сама какая-то липка, которая будет эти запросы обрабатывать, ну, по типу сервера или что-то такое. Да, смотри. То есть вообще весь движок, вот, который, собственно, процессит все запросы, и в котором больше всего логики, это зависимость GraphQL Java. Вот. Все остальное это, ну, вот, в данном случае незначимые части системы. То есть вот в самом первом примере, когда мы поверх REST-а просто выполняли запрос, то есть обычным Jersey клиентом можно подключиться, вот у меня была подключена единственная эта dependency. Вот. Все остальное это вспомогательно. В частности, SPQR, GraphQL, то есть это по желанию. То есть оно все равно работает над каким-то, я не знаю, сервлет-контейнером или application-сервером, что-то такое, или как-то. Ну смотри, я понял. Мы вот когда начинали, собственно, если может помнишь, самый первый пример. То есть мы сами выбрали для себя протокол, по которому будем принимать запросы. Вот я захотел REST протокол использовать, ну как в смысле REST концепцию, да, но в моем случае это был HTTP POST запрос. Вот, и дальше я передавал, собственно, управление GraphQL. Ну, собственно, по-моему, так и осталось в этом, в ресурсе. О, не туда, сейчас, одну секунду. То есть выбор транспорта всегда за нами. Вот здесь вот. То есть вот это вот, собственно, как мы получаем данные, это нам решать. А дальше мы просто говорим GraphQL выполни. Ну, понимаешь, то есть это отдельная задача. Транспорт отдельная задача, GraphQL отдельная. Ну, я понял. То есть оно будет на каждый, грубо говоря, входящий реквест его обрабатывать как, ну, то есть в отдельном потоке каком-то или... Да.
Да, а там вот я не успел это все по-нормальному сделать. А на самом деле есть возможности распараллеливать, допустим, когда мы обращаемся к каким-то третьим сервисам, да, вот в рамках выполнения этого запроса. Вот, GraphQL умеет очень хорошо параллелить все это дело. Можно делать completable future, и он, собственно, там подождет, все соберет и вернет тебе обратно один ответ. А вот помимо такого, так сказать, ну, on-demand доставания филдов, есть еще у него какое-то, вот, я не знаю, там, супер преимущество над тем же REST-ом? У него есть недостаток по сравнению с REST-ом. Ну, Ну, его, наверное, недостаток. дебажить сложно, да? Сложно. А, да. Ну вот тоже я эту тему, опять же, не успел подготовить, разобрать. Есть большая проблема с тем, что GraphQL позволяет вам, собственно, динамически строить query, и любой сложный граф, то есть который, допустим, может там зациклить через три вложения, может привести тупо к зависанию системы. То есть вы начнете выгружать, ну, короче, миллион данных. Для этого есть механизм, который позволяет с этим бороться. То есть можно анализировать сложность query. Вот, допустим, здесь бы мы могли посчитать там их либо по вложенности, сколько нам данных должно вернуться, либо по количеству полей, но там можно и так ограничивать. То есть можно защищаться от слишком больших запросов. Потом недостаток по сравнению с обычным REST-подходом. Это в частности то, что запросы нельзя кэшировать. То есть если у вас это реализовано где-то на продакшн-сервере, все запросы вам приходят просто постом. И пост, в принципе, не кэшируемый запрос, ну, в рамках обычной теории. Ну, вот. Ну, потому что он может, короче, иметь разный ответ в разное время. Вот. И в частности, еще одна из проблем в том, что нету вот стандартных принятых подходов в именовании операций. То есть, допустим, в вебе и в REST есть принятые, есть POST, есть GET, есть HEAD, есть DELETE. И если вы делаете одну из этих там, четырех там, или пяти операций, вы знаете, как это именовать. Когда мы приходим к GraphQL, мы здесь сами выбираем там GET, ADD CART, и начинается огород, а как мне назвать, REMOVE, DELETE. Вот, и стандартно в этом нет. И в частности, кстати, нужно отметить, что вообще GraphQL пока не утвержден. То есть спецификация только в процессе черновика, ее Facebook написал и продолжает писать в 15-16 годах. То есть есть только референсная имплементация на Node.js, от которой как бы можно отталкиваться. Все остальное пока такое плавающее. Но в целом оно во многих местах используется, поэтому Так, а вы вот. у себя используете это на проекте? Нет, нет. То есть, просто, ну, почему рассказал про эту технологию? Потому что она прикольная, как по мне. Есть доклад, от которого я во многом отталкивался. Там человек из компании Wix рассказывает. Они у себя используют на продакшн. Я как раз скину посмотреть. И очень рекомендую посмотреть. Окей, спасибо. Спасибо. А еще вопросик небольшой. Давай. А вот получается, то есть, ну, любая операция, по сути, ну, кроме там получения данных, например, апдейт, удаление, это, собственно, как бы мутация, правильно? Да, То есть, да. если я захочу, например, какую-то сущность удалить, это просто меня будет, так сказать, я повешу на какую-то там action, грубо говоря, вызов метода удаления сущности, правильно? По идишечку. Да, именно так. То есть, То есть, я понял. ну, мутация, они в принципе по смыслу и по реализации мутации от query не очень сильно отличаются. Единственное, ну, главное отличие, то, что вы к мутации можете еще сразу влепить, собственно, в конце query еще. Вот. А так-то да, то есть вы получаете входящий запрос, а что с ним делать? То есть, в принципе, ничего не запрещает, ну, как ничего не запрещает, логика запрещает, но я могу при query, здесь точно так же у меня есть доступ к сервису, я могу здесь что-то поудалять, там, переапдейтить, еще что сделать. Понятно, спасибо. Пожалуйста, спасибо за вопрос. Может, у ребят в зале есть вопросы? Нету, да? Окей. Что еще хотел сказать?
Да, ну вот я вспомнил отзыв этого же человека, который использует на продакшене. Он, в частности, рассказывал свой отзыв о GraphQL Java, вот, который я здесь вам приводил, и говорил, что у них были проблемы. Я вот, к сожалению, не скажу с чем, но, видимо, с версионностью или еще с чем-то, из-за чего они глубоко убеждены, что джавишная имплементация очень, во-первых, неполноценная, то есть она не все имплементирует, что есть в других реализациях. Вот. Ну, во-вторых, короче, им не нравится. Поэтому они используют Scala, имплементацию под Scala, она называется Sangria. Она как более развитая, более продвинутая. Вот если у вас будет вдруг выбор использовать Scala или Java, они рекомендуют Scala. Ну, опять же, я говорю, лучше посмотрите видео, потому что это пересказанная короче, тремя людьми информация. Вот так. Спасибо. Окей, скажите мне, вообще этот код имеет смысл выкладывать на GitHub? Вы будете смотреть? Если там ОБС ключи выложишь, то имеет смысл. Ага. Ну, я имею в виду начальную имплементацию на REST или все Ну, слишком ладно, я очевидно. посмотрю. Окей. Хорошо. Тогда, наверное, предлагаю